Катя Живаго знает на ощупь каждую трещинку. На нем она играет с 5 лет. Именно тогда проснулась настоящая страсть к музыке. Я была совсем маленькой. Мне купили детское пианинка маленькое. Оно было как игрушка, в принципе, поначалу. А потом мне понравилось, как звучит все. То есть разные звуки, так как человек не видит, он все-таки воспринимает все только на слух. В обычную музыкальную школу слепую девочку взяли только после долгих уговоров. Теперь Кате 18, она почти закончила 2-й курс музыкального училища. Хотя нот никогда не видела. Чтобы выучить мелодию или лекцию, приходится записывать их на телефон. Катя самостоятельно. Часы в ее небольшом доме стоят, смотреть на них нет необходимости. Зато множество игрушек и фестивальных наград за песни, которые она пишет. Для них девушка выбирает особенные стихи, те, которые по душе. В огромном городе моем ночь, из дома сонного иду прочь. Все свободное время Катя музицирует, впереди сессия. Далеко в будущее она не заглядывает, знает, ее уже ждет работа концертмейстера. Но несмотря на почти устроенную жизнь, выглядит девушка грустной. Душа просит чего-то большего. Очень хотела раньше быть в детстве актрисой, но, к сожалению, слепому практически это нереально. Поэтому я прекрасно понимаю, что это мечты, но до сих пор мне это, конечно, нравится. Но смысла не будет, я думаю. Остается только следить за чужой игрой. Сериалы – ее вторая страсть после музыки. Она слушает их в наушниках и мечтает о чуде, которое происходит во всех фильмах. Наталья Медведева, Тимофей Астахов, ТВК Новости.